зуба. Какой? Видите? Всем привет, с вами канал Art Money. Муж сделал такой подарок на 23-е. Это Диме, а это мне, зайка. Нет, вот это мне. А мы вот поменялись с Димой. Дима зайку захотела, а я захотела этот. Такие подарочки. А как? Я не могу, Ваня. Придется его, знаешь что, повать. Но мне его жалко. Я нужен. Но он снимается, наверное. А как? Ой, ну вот, Зе, пуговка завязана. Дай-ка я попробую. Ну, аккуратно держи. Спокойно. Ты не дашь мне уши откусить? Ба, да у тебя сил не хватает. Ты, ты уверен, что у тебя зайцы? Там дырка. А там ничего нету, да? Я не могу. Я тебе не дам, когда я другое. Спокойно, я буду ешь конфетку другую открывать, тебе дам. Я то вот это не могу. Кря. Ну сядь за стол. А где у тебя? Ну поставь табуретку, сядь за стол. За стол сядь. Да, ну куда ты пошел-то на мое место? За вот это. Я только зубами могу кусать. Ну ты его весь не съедай, то у тебя аллергия сейчас на шоколад будет там много. И вот тут, оставишь вот тут, его. И вот тут, и вот тут. Ну немножко и его поешь и оставь его на завтра. А то у тебя на завтра ничего не будет. Вкусно? Очень. Зайка. Что там есть что-нибудь? Там темно, ничего не видно. Ты прям морду его кусаешь? Что там пусто? Зуб не сломай. Так, смотрите. Открыла. Отдельного обзора не будет. Все круглое. Все круглое, правильно, да. Тут еще уши лежат. Все круглое. Что ж там внутри-то, интересно? Сейчас буду ножом резать. Отдаст. Я захочу что-нибудь, а если нет, тогда... А, он внутри пустой. Пустой? Да. А у меня тоже и у тебя. Просто с орехами. Ого. Просто пустой внутри. А я что-то думала, что это... Вроде вот тут вот кажется, как будто он это с чем-то прям полный. А он нет. Кстати, очень вкусно. Какие орешечки здесь прям мягенькие. Фонтан. Всем привет, с вами канал Art Money. Козлик зимой. Вечером мы прибыли в Струковский парк, да? Или сквер? Парк, наверное. Или сад. Сад, наверное. А, Струковский сад, да. Сегодня 23 февраля. Сегодня приехали сюда смотреть салют вечером. Первый раз так, чтобы мы вечером. 7.30, по-моему, мы сели в такси, было. Где-то, наверное, около 8 часов, 9 часов должен быть салют. Там уже чуть-чуть вон там люди, там чуть-чуть люди. Вот. Решили посмотреть. А Волга что, она заледенела, нет? В смысле, она это не растаяла? Она вот тут подушку. Мне кажется, раньше на 23 февраля не было салюта. Не было же, Жень? Тут я уже вон Дима, которому не имется никак. А? Я не ходил сюда на 23. А был, мне кажется, не было раньше. Ой. Ровно стой. Ну пойдем в другое место. Подождите, вам пустится. Там вон машина какая большая. Военная.
стреляли. Ну тут вообще. Там военные ходят. Ну, сейчас пушим, народ. Потом еще по набережной погуляем. Отсюда красиво. Помнишь, отсюда да. Вид красивый, Жень? Там военные. А, перегородили. А, вон перегорожены. А, туда заходили, они показывали сумки свои, наверное. Где-то проход есть. Я думаю, зачем перегородили-то? Народу да, нет почти. Надо проход найти. Вот да ну, я где-нибудь думаю, здесь там, посмотрим. Да там стоит. Ну, люди там ходят, собирают. Смотри за ребенком. Красиво как. Фонарики какие, дадим? Да. Немножечко я по кругу. А вон церковь, пап, видна, смотри. Где церковь? А там едут байки. Какая красота. А вечером смотрится еще красивее. Здесь. А, там же качели были раньше. Их поубирали, что ли? Поубирали. Где были качели? Ну, там, в этих арках. Много качели. Много. Мы сюда пойдем. Нет, там не пойдем. А где это, где крышечки? А, вон крышечки, вон там собирают. Кто? Ба, уже половина, больше половины. Кто даже. Половина? Крышечки собирают. Пойдем в память. Какие еще крышки? Вот тут земли. Ну, тут Монголия называют. Милиция вон стоит. За порядком следит. Чтоб никто не хулиганил на улицах. А за что будет? Заберут. Держи его. Милиции какие сильные. И они в милиции. Вы свои папы в милиции. Все уже собрались. Полно людей. Людей полно. Ну вот тут как раз вот нормальная обзорная площадка практически. Но все равно, наверное, пулять-то будет наверх. Народу много. Стрельну. Давай, руки. О, он вообще над нами. Классно. Он вообще над нами, а ты говоришь над Волгой. Нормальный ребенок? Ну, так громко. Видишь? Надо было дальше туда отходить, папа. Ты... Ну, где все там у меня? О, и все на нас. Страшно, что ли? Да, давай домой. Домой. Домой заходи. Ну, все, смотри, стоят. Дети маленькие, лялечки стоят, все стоят. Давай домой. Смотри, какая красота. Ух ты, смотри, как цветочки прямо. Как цветочки были, прям видел, Дим? Видел. Ну. Все, все, все. Площадь.
Маша снимается. А я и не снимала все это время, кажется. Забыла что-то я нажать. Салют вы увидели. Дима испугался салюта, да, Дим? Да. Слишком близко подошли, надо было отсюда. Вон подарок слишком тот. Слишком близко. Фонарики всякие тут. Я прям сегодня оглохла. Да, я... Жень? Я сегодня оглохла. Там... Женя! Дима там. Уже и камера садится как раз. В масках. Идем на трамвай. Это у нас 23 февраля.